Приветствую, дорогие друзья, на канале. И вот сегодня начала нагревать этот фильмик и смотрю на экране сзади меня мои картины. Посмотрите, натюрморт, природа. А там две рамки пустых. Но я нарисую, напишу вернее. Уже начала писать иконку Иисуса Христа. И на второй будет иконка Матерь Божия с детенком. Но сегодня хочу поговорить больше не о творчестве, но это тоже творчесть, жизненная творчесть. Хочу поговорить прежде всего о способности, о такой способности, которая помогает нам в жизни, помогает нам, просто делает нас сильнее, способнее, счастливее и так далее. То есть я говорю почти на всех моих фильмиках, говорю о контактировании с тем источником мудрости, с Богом и так далее. Но еще хочу сказать, давайте научимся слушать тишину. Давайте научимся успокаивать себя, не спешить, не гнать, а жизнь на земле заставляет нам бежать, гнать, догонять и опять. И так целый час у нас все время такая гонитьба. Нужно научиться в спокойствии слушать тишину, и тогда в этой тишине со временем, не говорю, что так сразу, начнет приходить информация от того мудрого источника. Информация, какие-то идеи, какие-то решения проблем тоже. Если научитесь останавливаться и слушать тишину, то тогда это поможет вам в жизни не нервничать, а спокойно выискать решение, ответ на решение той или иной проблемы. Поэтому говорю, мы прежде всего должны научиться спокойствию и слушанию тишины. Тишины, которая нам может только додать энергии, которая нам может додать положительной информации. И вспомнила как раз фильмы, французские фильмы «Прекрасное зеленое». Там как на одной экологической планете жители сидят все вместе на лужайке такой и слушают тишину. Так что, мои дорогие, это такая способность прекрасная. Вот так иногда успокаиваться в этой жизни и просто слушать тишину. А она вам многое даст. Желаю удачи во всем. Всего хорошего. До свидания.